Одно из моих самых любимых, наверное, вот на сегодняшний день, оно очень дорого моему сердцу. И оно достаточно новое для меня, хотя Юля его написала, по-моему, в 2006 году, если я считаю. Близость не измеряется в миллиметрах. Вот мы вроде близкие, а между нами Вселенная. Близость мне представляется теплым весенним ветром, несущим живительный дождь на пыльные поселения. И всходят посевы, и расцветают сады, и девочка утром бежит босиком к ручью, и в каждом ее движении столько божественной красоты. Девочка пьет из горстей, и я из горстей хочу, но не выходит. В городе сухость и шелушение. Как не втирали питательные крема в пересохшие щеки весны, не получили близости. Одни только отношения. Отношения, 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 от которых свободные люди превращаются в крепостных.